забиваем моменты. Не скажу, что ярко играем, да я и не жду яркой игры пока. С учетом того, как сколько времени еще мы работаем вот, для хорошего взаимодействия, все-таки еще маловато времени. С одной стороны. А с другой стороны, элементарно просто была бы удача. Там все-таки во втором тайме несколько подходов штрафной неплохих, ну и пару моментов, то в штангу мяч попадет, но не в ворота отскочит. А наружу не добьем, то Петрусев вроде уже в упор бил буквально там, наверное, какие-то сантиметры, вратарь выручает. Ну, причем не в первой игре уже, вратари в Воронеже удачно играют. Соперников, вратари соперников, я имею в виду, благоприятная аура у них, что ли, тут не знаю. Не реализовываем, не забиваем, поэтому и не выиграем. Да еще и пропустить умудрились. Пожалуйста, вопросы. Сергеич, показалось, что замены ослабили игру. То есть уход Петрусева и Воробьева сказался или Енисей прибавил в концовке? Они там прибавили-то. Я не заметил. Ни они не прибавили, и ни мы не прибавили. Вот так бы я выразился.